Привет всем, да, отходил водички попить. Какая сборка? Привет, Егор. Да пока я ее тестирую, поэтому сейчас, ну, показывать не буду, да, какие у меня моды стоят. Если она, ну, стабильно работать будет, то я ее в открытый доступ, соответственно, списочек модов выложу. Так что не переживайте, тоже познакомитесь с тем, что у меня здесь есть. Ух, ну что, давайте потихонечку разбираться. У меня уже были с ней проблемы, если что. А именно, у меня персонаж не хотел работать своими руками. Вот, то есть он когда брал оружие, он не мог его использовать. Он заходил в какой-то вечный цикл, короче, и получалась полная фигня. Вот, но я нашел моды, которые приводили к этому, и отключил их. Так что сейчас все должно быть, по идее, более-менее нормально. Я надеюсь на это, по крайней мере. Ну давай, пупсик, выходи. Блин, так непривычно за медленного персонажа работать. Клевая шляпа, здорово, пирог. Здорово, спасибо большое. Я ее сам нашел, если что. Кольчугу и Гладиус, если что, я тоже нашел чисто случайно. В моем доме, где я заспаунился, нашлось все это добро. Так, ну чё, давайте разбираться потихонечку. У меня тут это самое, кстати, еще событие небольшое произошло, но я надеюсь, что виновник этого события появится, как бы я смогу ему тут прям в прямом эфире сделать очень приятно своим ртом, потому что, ну, то, что он сделал, это, конечно, прям офигеть. Я в ахере, если честно, подобного подгона. Ну, будем надеяться. Здорово, Аскет. Сидишь, учишься? Да, учись лучше, нежели чем в Замбое ты рай, на мой взгляд. Лучше учиться, нежели чем тут. Я считаю. Блин, все шляпы такие хорошие, даже не знаю, какую оставить. Не оставлю ни одной. Давайте мы их скинем. Не переживай, Аскет. Выучишься, станешь самым главным зомбойдером потом. Не переживай. Так, давайте красные кроссовочки возьмем. И выкинем. Эх, капец. Я просто в шоке, короче, чуваки. Я в ахере нахер. Надеюсь, герой сегодняшнего стрима появится. Я ему выражу благодарность. Оу, май факинг гад. Как много зомби. Давайте-ка мы отползем немножко. Гладиус, конечно, хорошая волына, но... Ой-ой-ой. Умирать мне не хочется с ним в руках. Чего-то офигеть успел? Сейчас продемонстрирую. Погодите, это сек. Опять только я... разберусь с этой рубкой. Блин, жалко, что Гладиус как коробка режущая даже действует немножко, но это по-своему и правильно, в принципе, потому что это так оно и есть. Кому-то завтра на работу, лучше бы как лох сидел учился. Но у меня тоже завтра на работу, лучше бы я... не ходил завтра на работу и был, не знаю, супер миллиардером шейхом на самом деле. Короче, я думаю, имеет смысл, короче, рассказать, да? А, сижу я такой, никого не трогаю. Думаю, блин, ну, в принципе, сборочку более-менее настроил, да, можно запустить трансляцию. И что в итоге, короче, и приходит мне. Impressive. Вот такое вот оповещение. И я такой, ептить меня коромыслом, вот это просто вау. Так что, лампа, я тебе сегодня такой сделаю, просто закачаешься. Охуеть. Просто охуеть. То есть он это сделал вне трансляции. Вот. Закинул мне 5 тонн.
на кино, как он написал. Но в Мурино со мной ехать не захотел. Ради фильмов. Так что я его должен найти. Найти и полюбить за полные эти самые. Душа моя витаминка. Добрый вечер. Привет. Здорово, Панкач. А, слушай, тут все несколько сложнее, потому что это очень большая сборка у меня модов получилась, а я не умею их собирать в паке, как Redison, например, да? Вот, так что я пока в соло похожу, поброжу, потестирую ее, а там уже видно будет, как оно пойдет. Ну, аскет, я бы прочилить, конечно, это самое. Не стал так горячиться. Здорово, Димасинов. Ну да, скоро сдохнем. Зато красиво хотя бы. То хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Плюс по поводу сервачка, соответственно, да. Я попробовал тот сервер, у которого Слава был. Был у БК Славы, вот. Или ВК, как ему больше нравится. Меня не пустило. То есть, либо я тупой, либо лыжи не еду. Скорее всего, это я тупой. Надо будет попробовать еще раз туда залететь. Но да, у меня не получилось зайти на тот сервак. К сожалению. Так что надо, короче, думать, как быть, да, в этой всей ситуации. So, we have over here some magazines. Oh my. Look at this girl. In a bunny ears and with a bunny tail. Let's go talk with her. Не, ну слава богу, бэбика у меня нет. У меня вместо бэбика косик, но это тоже полная габелла, поверь мне. Костюм зайчика. Я его, пожалуй, надевать не буду, но с собой возьму. Чулочки, чокер, косячок. Ушки, главное, не забыть. Ушки зайки. Надеть. Да что ж зайчик убил, чтобы самому стать зайчиком, вот и все. Неужели не очевидно? Помните же, это самое было в кинчике с Томом Хэнксом, где корабль украли. Там, типа, мужик такой, посмотри на меня. Теперь я капитан. Лисяра, здорово. Че не стримишь? Еще лет твои стримы уже не видел. Брат пропал. Признавайся. Так, хвостик я забрал. А, ты имеешь в виду надеть? Да, пожалуйста. Не для кого. Ну, в смысле, я на твои стримы спать заезжаю. Не для кого. Я просто нихера не пишу там. Тоже недавно кошку завели, лежит, похрюкивает. Ну, это все, конечно, от породы зависит. Потому что та порода котика, которая у меня, да, она, блин, ну, овнит всех и вся, да? Так что имейте в виду. Так, окей, мне надо, короче, какое-то место такое найти, где я могу засесть, куда я могу свои вещи перетаскивать. Да? NVS-регистр, ну это мы потом заценим. Давайте, короче, наверное, в дайнере поселимся. Вот там вот. Потому что эта вывеска очень классно будет потом светиться по ночам, когда я буду генератор включать. А, то есть вы с улицы взяли? Молодцы. Большие молодцы, на самом деле. Это большой респект, когда с улицы спасают котов. Реально молодцы. Горжусь вами. Так держать.
Тихо. Нет, персонаж очень медленный, знаете ли. Мне это не нравится. Но это потому, что у меня перегруз такой большой. Давайте мы часть барахла скинем с себя. Потом подберем. А то очень тяжело ходить. Во, вот так. Мне все равно медленный. Ну ладно. Не, правильно, там на самом деле очень много чего надо сделать, чтобы, ну, котика, как бы, правильно воспитать, плюс правильно его поднять на ноги, если можно так выразиться, да? Так что вы молодцы, реально. Правильное дело делаете. Давай, Аскет, удачи тебе с твоей учебой, надеюсь, ты там всех победишь. Давай, мы в тебя верим, чувак. Мы в тебя верим. Потому что кто, если не ты? Понимаешь? Так, а мы давайте-ка искать тут. Ага. Мадам. Добрый вечер. Еще магазин одежды. Неплохо, неплохо. Я люблю магазин одежды. Куча манекенов. Оу, е. Так, но здесь пусто. Куча гавайских рубашек. Аудешь. Обожаю гавайки. Так, но мне надо как-то на второй этаж подняться. У дайнера этого надо сообразить, как это сделать. Мифено... Не знаю, что это, но возьмем, давайте. Я еще просто поставил мод на расширенную медицину. Вот. Не знаю, как он работает, но мне интересно. Мальвага, все приятно. Ну, я попробую. Я реально попробую, я вот хочу с этой сборкой модов как-то подразобраться. Вот. Если какие-то проблемы будут, то будем думать, как быть. Плюс, ну, хочется все-таки заняться чем-то вот наподобие того, что я придумал, да, на Костином сервере, а именно ремонтом церкви, например, или типа того. Но, чуваки, я вот сейчас играю, да? Как же все стабильно идет, это просто пипец. Вы себе представить не можете, это так гладенько. Это я в Рейвене нахожусь еще к тому же. Ой, оу, бой, как же мне тут нравится. Просто шок. Так, ну мне надо как-то в этот дайнер попасть, соответственно. А, молодец, Димасинов, слушай, респект. Это хороший поступок, реально. Да, Ред мне помогал, помощь с модпаком, вот, но я вроде собрал, вроде пока все хорошо, ну то есть были моды, которые не позволяли мне нормально запускать игру, ну, понятно, что она запускалась, да, но персонаж не мог махать руками, вот, но я это профиксил уже, я это починил. Вот, плюс надо будет посмотреть, короче, действительно, сколько стоит хост. Хотя бы там, не знаю, на месяц попробовать, да? Взять это добро. А, вот про моды в модпак, да? Это хорошая идея, кстати. Действительно так. Ну, сейчас пока тест-драйв, короче, проводим, по сути. Ох ты ж. Мама моя родня. Витаминка, я сегодня тебе покажу такую горячую ночь любви, которая тебе и не снилась. Детка, спасибо большое за подписку.
Спасибо большое. Большой респект, большая любовь. Чат, покажите немножко любви данной прекрасной девушке. Парфокс, здорово. Спасибо за хост. Хост стоит 800 рублей. Минимум. Серьезно, так дешево. Я что-то абсолютно иные, как бы, темы слышал. У меня, конечно, есть знакомый с сервером. Но я не помню, что он там держит. Я могу, в принципе, с ним пообщаться на эту тему. Ну, посмотреть, чем это закончится. Ну, разберемся, короче. Отлучишься, давай. Пришел, забрал, отпросил с работы, потом после всех покатушек вернулся и вечером доделал работу. Ну, ты вообще прям Big Dick Energy, я бы сказал, молодец. Реально респект. Не, животным надо помогать. Я вот кучу сосисок скормил там, которые у нас во дворе жили. Гемостоп берем. Это на земле валяется. Вот это что такое? Как будто ключ какой-то, да? Это вилка, наверное, либо ложка. Угу. Так, ну мне на второй этаж надо подняться. А, это ножницы, скорее всего, какие-то. Ой-ой-ой. Хипстер вылез из тумана. Что это? Бритва. Все, дело раскрыто. Чуваки, я понял, это бритва лежала в это время. Борис, а ты что здесь делаешь? М? Так, вот здесь я хочу жить. В этом дайнере. Следовательно, мне надо каким-то хером попасть на второй этаж. Он немножко неудобно, конечно, сделан, но окей, разберемся. Давайте мы передвинем общественный почтовый ящик в стороночку. Видите? Хотя давайте прямо около дайнера поставим. Вот сюда давай. Видите? Плеск. Плеск. Паркур. Кушай, чукини. Кушаем, кушаем. Эх, кувалду бы найти, чувствую. Там зомби очень много, кстати. Судя по звукам. Так, зайка заходит в здание. Погнали. Здорово, фея. Да, это соло. Это я в солянке пробую свою сборку модов, которую сделал сам себе. Тестирую ее. Я потом попробую, конечно, все это перекатить на мультик. На локальный, да? Да-да-да-да-да, все верно понял. Вообще не тоскливо, прям, знаешь, как приятно на самом деле оказаться в солянке. Пипец прям, я даже сам не ожидал. Просто, ну, ничего не тормозит, ничего не лагает. Бегаешь, прыгаешь. Вон, ушки зайчика есть, в конце концов. Плюс, ну, сборка модов чисто моя, да, то есть я ее сам собрал. Я что захотел, то и поставил, это так круто. Геть. Блин, двери заперты. Это тупо. Ну,
то есть вот на Костином сервере нету заячьих ушек, да, у меня есть. Понимаешь? Я уже победил по этой программе, если так подумать. Так, ага, я понял, не так все просто, короче. Надо учиться взламывать двери. На протез, слушай, я думал накатить этот мод на протез, но что-то мне как-то он не совсем понравился, именно то, как он сделан, наверное, что ли. Я смотрел на него, действительно смотрел. Вот. Я до сих пор о нем думаю, если что, но потом. Может быть, попробовал действительно накатить. Билд простой, бодрый и острый сухой только. Ничего особо не брал. Может, не стоит? Может. Я же говорю, думаю пока что, только думаю. Заперто, все заперто. Так, ну что, надо как-то дверь выломать, получается, да? Потом надо будет новую, конечно, поставить, но окей. 6, 7, 8, 9, 10. Эй, Кино, здорово. А если меня за жопу укусят? И это об этом не подумал. Мне еще жопу отрезать тогда, что ли, протез ставить? Это еще. Я свою жопу так просто не оставлю. Так, а вот и наш победитель. Лампа. Ты че натворил просто? Чуваки, кто не знает, Лампа сегодня совершил вот такой. Impressive. Я ему готов отсосать прямо в прямом эфире. Прямо сейчас, прямо здесь. Так что, Лампыч, снимай штаны. Просто снимай штаны, я буду тебя любить и жаловать. Это не ты? Как-то не ты, если это ты. Кого-то обманываешь, кого-то обманываешь, кого-то наебать хочешь, а? А ну, сымай, говорю, портки, быстро. Я тебе сейчас это самое покажу. Как работает профессионал своим ртом. Зачем гласность? Потому что Родина должна знать своих героев. Родина должна знать. Эть, оп, эть. Так, сейчас я кое-что еще сделаю, потому что это ж, ну, камон. Это же камон-камоноч, как говорится, да? Опля. И, кстати, поздравляю, юбилейный 20-й у меня получается. Доставай свою лампу, я ее быстренько отсосу сейчас. Я его всю ночь ублажать буду, вы че? Такого-то мужчину. Я запишу это на видео, все верно. Потом твоим родителям отошлю, типа. Смотрите, какой у вас хороший ребенок воспитан. Какие он хорошие дела делает. Так что да. Так все и будет, все верно. Так, ну все, мы нашли, соответственно, нашу хату. Мы типа здесь будем жить, но мне теперь надо дверь нормальную намутить. Ой, какая спальня классная. Балдеж. Так что да, братан, большое тебе спасибо за этот подгон. Реально, от души. Большой-большой респект. И, как говорится, лучший. Best of the best. Запомни это и знай. Надеюсь, у тебя все в жизни будет хорошо. Так, а мы пока что будем передвигать вещи. Давайте я сюда телек, соответственно, поставлю, да? Напротив кровати. Ай.
Давайте отдохнем. Я ж теперь могу делать вот так. О, как это приятно. Жесть. Просто жесть. Так, ну это давайте все заберем. Why not? Тело мы, пожалуй, выкинем на улицу. Я только не помню, включен ли у меня сон. В этом сингле, но по идее должен быть. По идее должен быть. Пусть. Короткое режущее у меня уже неплохо так вкачано, кстати. Но это хорошо. Хорошо, пускай быстренько качается, тогда же лучше. Здесь беснуется, да. Давайте здесь разберемся. Понял. Ладненько, тогда пускай сами ломают, я помогать им не буду. Мне, получается, что надо? Мне надо спереть манекен. Эй, Декс, здорово. Как дела? Да, это одиночка. Я тестирую свою собственную сборку пока что. На моды, да? Чтобы потом попробовать ее на локалку перекинуть. Нет, это не то, не другое, это этот самый Raven Creek. Это я в Рейвене нахожусь. Так, забираем то, что наше по праву. Чулочки всякие, да, вот это вот. Но знаете, что самое прекрасное в том, что я нахожусь в Рейвене? Пепесы. Они такие гладенькие, прям. Хочется запустить свою руку и гладить их, гладить их, гладить их. Рейвен очень красивый город, ты чё? Рейвен прям симпатичный. На карте покажи, где он, ща. Зайду домой. Покажу. Не хочется рисковать на улице. Все-таки Рейвен это опасный городок. Довольно-таки. Вяжущее и антоцидное действие. Господи, что такое антоцидное? Я не знаю таких слов. Ужас. Так, ставим манекенчик. Так, кроссовочки. Пам-пам-пам, чокер. Чулочки. Костюм зайчика. Ушки. Костик. Надо перчатки длинные, кучу всякой этой самой найти еще точно. Такси. Эй, Бугич, здорово, как дела? Так, вот карта, да. Вы карту просили, показываю. Соответственно, Raven Creek, Rosewood, это здесь, Marsh Ridge, Maldro, West Point, Louisville. Вроде вот так вот. А Riverside где-то здесь. А, ну да, мы там только в начале были, все верно. Мы, то есть я сам даже не особо знаю этот город, если честно. Я реально мало где здесь был. Так, кстати, это все. Даже если и буду, ты об этом не узнаешь. Мистер. Зубная фея.
Завидуй молча. Да, Райвен очень далеко находится, все верно. Так, упаковка шприцов 5 миллилитров. Не знаю, зачем они мне могут понадобиться, но пускай. Так, упаковка умиленавира. Противовирусное средство специфически подавляет вирусы гриппа А и Б. Коронавирус, ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом. Чуваки, я могу заболеть ковидом в зомбоиде, обоссаться и не жить. Просто охуеть. Круто. Упаковка препарата висмута субсалицилат. Противоязвенное и противодиарейное средство, оказывает вяжущее и антацидное действие. Ага. Упаковка гемостоп. Кровоостанавливающий порошок. От кого именно? Я даже боюсь представить, от кого именно я могу заболеть короной. Если честно, даже знать не хочу. Просто тупо даже не хочу знать. Так, сюда давайте мы вот это пока уберем. Кассеты. Книжки. Журнал, в принципе, можно прямо сейчас прочесть. Ну, мод с лекарствами, типа, зацени. Это я вот поставил мод на расширенную медицину, да, как он все иначе действует, типа. То есть я чувствую, с ним прям можно жестко развернуться. Я типа выбирал между модом на вакцину, соответственно, и вот между этим. Решил на этом пока остановиться. Так, ножницы не помещаются, потому что надо здесь кое-что перекинуть в разные места, да? Так вот. Так вот. И вот так вот. Они... Вот. Так, что-нибудь пожрать. Пожрать, конечно, не помешало бы. Но у меня пожрать особо ничего нет, судя. В том плане... А, нет, вот, сковородка есть. Давайте что-нибудь приготовим пожратеньки. Хлебчик. А, давайте мы бутер нарежем. Так, ломтик хлеба. Арахисовая масса, давай. Ахой, Пикачу. Единороги? Да, это я. Я тот еще единорог, если ты не знал, поэтому... Да. Давайте. Прям так сожрем, наверное, этот бутер. NPC единороги? NPC нет. К сожалению. На операции для человека, ну, может быть, этот мод добавляет что-то подобное. Я не знаю, к сожалению, пока еще. Реально не знаю. Рок не надо показывать. Ну, в смысле, рок это самое интересное, что у нас тут есть. Только мне непонятно, есть ли у меня сон на серваке. Что-то персонаж спать не хочет. А, я знаю почему. У меня потому что бодренький стоит. Точно, точно. Он меньше спать хочет. Точняк. Понятно. Так, мне надо сумку найти. По-хорошему. Давайте заодно приберем вот здесь бардак, который мы сделали, да? Книжки все эти. Так, курсы шитья. Первой помощи. Садоводство. Засварка. И можно зайти в книжный магазин, я думаю. Идти тут темно. Так, списки зомби целей давайте возьмем.
Строительство, первый том. Автомеханика, первый том. Авто. Журнальчик. Очень много зомби, судя по всему, в этом здании. Капец, страшно. Отрубить яйца, о, господи. Не знаю, есть ли тут такое, но если появится, я тебе первому сообщу об этом, не переживай. Не волнуйся, Фея, специально для тебя прям. Так, 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 так. Варенок засварка. Нальчик. Еще газосварка, отлично. Так, мне 100% блокнот понадобится, потому что я буду много чего записывать для себя, скорее всего. Крафтовое оружие есть, еще бы, конечно. Я поставил этот самый... как он называется, господи? Скрэп вэпон свой. Тоже хочу с ним побаловаться. Упаковка инъекционных игл. Ужас какой. Ужас какой. 12 уровень первой помощи. Блин, куда уж больше-то. О, я знаю это место. Отличный склад, кстати. Штек. Не, ну, обычно маньяки, которые качают медицину, да, на серваке, это те, кто ползает туда-сюда по стеклу обычно. С голыми ногами. Так, телек пускай работает. В принципе, давайте мы журнальчики прочтем. Так, но это можно делать оружие, соответственно. Это немного не то, что меня интересует. Но хоть что-то. Ах, да. Звон для чайников. Читаем. Авто. Читаем. Господи, можно время скипать. Боже мой. Как это круто. А, и вот мой персонаж захотел спать наконец-то. Давайте мы скинем сейчас. Журнальчики. Так, один пока брось на пол, мы его выкинем, в принципе. Ложись спать, посмотрим, сколько он будет спать, в принципе, да? Надеюсь, недолго. Ну, всего пару часиков. Отлично, тогда читай книжки. Угу. Только что-то по телеку ничего не показывают, кстати, странно. Вроде бы уже столько времени прошло. Так, это что такое? Смотреть карту. Это типа карта или что? Хм.
этим мы потом разберемся. Список зомби-целей. Оу, е. Моя любимая. Так, ну это мы, наверное, давайте пока сюда все скинем. Не буду на себе таскать. Зачем, да? Так, журнальчик еще один. О! Строительство качнули, ништяк. Читай, пока показывают. Ай, судесу. Давайте пожрать что-нибудь приготовим. Бургер из редиски, пожалуй, откажусь. Давайте вот так вот сделаем. И вот так. Отлично. Так, ну иголки, я думаю, можно здесь оставить. Вместе со шприцами. Пускай лежат. Читаем дальше. Пару дней дома проведем. Качаемся, да? Фермерство поднял. Ништяк. Так, строительство первый том есть. Блеск. Давайте. Автомеханику теперь. Угу, погнали. Начал играть билдом кости. Это имба. Не скучно ли становится от этого? Вот в чем проблема. Хотя, когда ты 1000 лет играешь в зомбой, то я думаю, там уже действительно есть какие-то такие паттерны, по которым ты, ну, будешь нон-стопом всегда действовать. И не сильно захочешь их менять. Типа того, да, типа того. О нем и речь, судя по всему. Не, ну каждый играет как он хочет. У меня этот самый кончился, офигеть. Ну ладно, давайте тогда просто хлеб пожрем. Зомбоид, он же по сути не про победку на самом деле. Он про то, что ты все равно сдохнешь, да? Вот. Я знаю то, что они сами даются. Это динамик трейдс такой. Он так действует. А мне тоже такое выпадало, если я брал какой-то там определенный перк, да? То ли крепкий, то ли как так назывался. Найс. Надо теперь только молоток найти и полочку здесь книжную намутить. О, вертыш летает. Расстреливает там всех. Ну, правильно, правильно, пускай летает. Пускай отрабатывает. Я пока на улицу особо выходить не хочу, если честно. Так, давайте бобы приготовим. Блин, слушай, Редисон, а ты здесь или нет? У меня вопрос к тебе был, кстати. Что-то я панул немножко. Надо было самому, наверное, посмотреть.
Потом гляну. Я один мод для сборки забыл накатить. Так, шитье. Шитье тоже нужно будет, потому что там надо сшить всякое разное. Нет, что я сейчас качнул? Строительство. Зря книжку читал. Да, накатить для сборки забыл, все верно. Рыболовство качнул? Точнее. Тоже неплохо. Что там, реклама? Реклама. Злаковый батончик. Скушать. Так. Пам-пам-пам-пам. Это что, щипцы такие? Охренеть, вы что, рофлите, что? За жесть. Профессии играешь никакой. Я безработный. Я же говорю, я типа не стремлюсь к максимальному результату, когда я играю в Zomboid. Я просто, ну, играю, чтобы получить удовольствие. Вот все. Мне не надо там типа 10 перков. Мне вот единственное, что нужно, это острый слух. Все, это все, что меня волнует. Муриш, как тебе рассказывать о том, чего мне держание пузыря и что интересного говорят? Надеюсь, ты узнал много нового для себя. Но прикол безработного ни в чем. У него нет прикола. У тебя просто изначально 8 каких-то очков свободных есть и все. Солонину откроем. И томат. Димасинов, я даже боюсь спросить, что именно ты там такое смотришь вообще. Главное, зачем? Это ты, типа, в мое будущее так заглядываешь или что? Там прикол. Ёп, твою мать, я забыл совсем о том, что здесь можно. Мазафака. Бля. Отвык я совсем, отвык от игры. С этим самым, блин. С перемоткой времени, пипец. Ну и рофл. Давайте последнюю передачу подождем какую-нибудь по телеку, да, и пойдем. Точнее, вот этот день переждем. Потом спать ляжем, поспимся и пойдем куда-нибудь в город. Ну, я не стал все подряд есть. Я выкинул эту еду. Я не стал ее жрать. Так что ваши инсинуации, мистер, ни к чему. Понятно?
Так, давайте попробуем еще раз что-нибудь приготовить, да? Размораживается пока. Зомби все равно видит. И может быть просто грязный. Зомби, ну, на нюх тоже жестко работают. Либо на дворе день, либо... Либо ты играешь на Костином сервере, не знаю. Лол. Ну, я преимущественно, да, на стиль на самом деле одеваюсь. На большую защиту мне не интересно. Пипец грязный, значит, это вот оно. Но я вот хочу сейчас помыться, а то действительно что-то мы грязненькие какие-то. Свинки. Рюши. Так, надо понять будет, где лестницу поставить на второй этаж, чтобы я мог подниматься. Но можно ли так сделать, чтобы оно адекватно работало? Вряд ли получится внутри это намутить, но снаружи точно что-нибудь да выйдет. Так, пока готовится, дайте-ка я откачусь на 5 секунд от компьютера и сейчас вернусь. То я в одном халате сижу, как некомфортно мне. Так, пожалуйста, не подгорай. Не, Фе, ты не одеваешься по стилю на скорость, ты одеваешься просто на скорость. Немного разные вещи. Ты просто поменял параметр важности, да, с защиты на скорость. Потому что увидел, что кто-то так делает, и это работает. А я еще с Дейза что-то такое вот заимел, что мне не количество слотов важно в инвентаре, да, допустим, а то, как я выгляжу. Так, давайте сполоснемся. Человечек получился симпатичный прям. Загляденье. Так. Так. Соу. Это мы прошли. Давайте мы переложим это сюда, выходим, да? Прочел. Отлично. Этот журнал можно выкинуть, надо будет мусорное ведро сюда притараканить. Давайте выйдем на улицу на 5 секунд. Надо, выходит, дверь здесь поставить будет. И вот с этим что-то придумать, с количеством трупов. Мы их сразу прибьем, чтобы они тут не стояли и бесили меня. Ну,
Сильно красотка. Не. Поддышла. Отлично. Так. Ну что, начинаем заниматься моим самым любимым, а именно уборкой трупов, да? Погнали. Так, уборка трупов отменяется. Погодите, 5 секунд, у меня тут гость. Что ж мой гладиус-то вечно уходит туда, куда не надо? А ну вернись. Сюда. Как его починить, кстати? Надо херовинку искать специально. Ну понятно. Девушки. Так, ну давайте, наверное, свет выключим. Пускай телек освещает нам путь. Да, ложись спать. Я думаю, он быстро проснется. Как настоящий батя, кстати, под телек заснул. Найс. Да, от запаха трупов можно умереть, все верно. Поэтому трупы имеет смысл двигать туда-сюда. Но я сейчас этим заниматься не буду. Я хочу сумку какую-нибудь найти. Хорошему, поэтому давайте-ка мы пойдем сумочку поищу. Средневековый гопник, так классно же. Это я еще шлем не нашел. Пока что. Так, ладно, давайте на стелс переходить все-таки. Атя-тя-тя-тя. Но я чувствую, сюда нам так просто не попасть. Плюс то, что зомби я слышу постоянно еще. Ой-ой-ой. Такая большая группа рабочих. Стачка, видимо, происходит. Господа рабочие, расходимся, расходимся. Заводы стоят. Давайте, давайте, идем сюда. Но я у них ничего интересного для себя не вижу, в принципе, поэтому плевать. Можно, конечно, подождать, когда они дверь расколотят. Но хочу ли я ждать этого? Рабочее совещание, а оно самое. Упаковка табака, дайте возьмем. Рваную рану зашить нельзя. Можно зашить только глубокую рану. Рваная рана на то и рваная, да? Что с ней ты ничего толком не сделаешь, кроме как
дезинфекция и... бинтование. Жалко. Кстати, жалко, что в игре нету прижигания ран. Прикиньте, как это классно было бы. Пец. Я бы посмотрел на такое. Да не за что. Так, сладенький склад. Давайте что-нибудь сладенькое здесь найдем. Как мне оказаться внизу? Чтобы оказаться внизу, мне надо пройти аж туда. Понял. Поняли. А, ты здесь стоишь? Я думал, ты внизу находишься, волк. Это было неловко. Да, фея у нас мастер по зашиванию, все верно. Есть такое. Так, спускаемся вниз. Газировочку давайте возьмем. И нет. Крестовидные ключи, радио, уголь. Отвертка мне нужна, у меня отвертки моей собственной нету. Лопата мне пригодится, но не сейчас. И для дерева не надо пока. Веревка тоже. Да, прижигание помогает. Ты что, не знал об этом? Мало того, что дезинфекция такая лютая. И вообще довольно веселый способ борьбы с той или иной заразой. Почитай как-нибудь ради интересного досуги, как лечили раньше. Так, молоток. Штек. Что мне надо? Газовую горелку в идеале, да? Чтобы первый этаж свой зашить полностью. Еще надо какой-то из стеллажей на базу притараканить. В идеале кувалду найти. Мне кувалда нужна. Теперь. Гайды что поделаешь? Просто берешь и не следуешь этим гайдам. О, мой бог. Что это такое, как не стримируют? О, май гад. Лаки-лаки и салаки. Не, ну это погерс, дамы и господа. Это просто-напросто погерс. Самый что ни на есть настоящий. И баллон с пропаном. Осталось только горелочку найти. И будет вообще шикардос. Лаки-лаки. Эй, салаки. Ну, нельзя, видимо, все сразу хватать, да? Хотя бы так. Хотя бы так. Девушки, погнали. Возвращаемся на базу. Мне надо где-то расположить, получается, свою эту самую суперняшную находку. Так, выходит, мне доступно аж целых 4 вторых этажа. Шик. Перепланировка будет еще какая, все верно. You got them right. Только надо теперь понять, где именно эту планировку перепроводить. Ну, проводить. Давайте скинем сначала лишнее с себя, да, чтобы не таскать. У меня что-то на улице так страшно, самолет летит. Пипец. Типа атака какая-то так, прям жуткая. Так.
Вот, так давайте тоже пока здесь. Сделать наконечники болта. О! Интересно. Я займусь этим вопросом чуточку позже. Угу. Нет, после прижигания рана заживает не сразу. Это очень длинный процесс, скажем так. А вырастает просто новая рука. И все тут. Так. Угу. Интересно. Найс. И здесь, соответственно, можно склад сделать будет. Входит. Такой вот полноценный прям. Да-да-да-да-да. Пожалуй, так и сделаем. Так. Хватит. Соу. Мы пока постепенно будем расширяться, если что. Не сразу, повсюду, да? Постепенно. Поэтому давайте кувалду мы сейчас вернем. Так. Поставить. Бросай это здесь. И же они воняют уже пипец. Просто жесть какая-то. Так, 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 так. Блокнот. Написать. Найти сумку. Разобрать. Помещение. Слева. Угу. Брать трупы. Отключить щиты. 4. Забанить пирог с волосами. Окей. Давайте карту посмотрим. Так, карту Малдра, что ли, прочел, или у меня эта зона известна. Не помню, что у нас желтым отмечается, если честно. По-моему, это типа едальня, да? Вроде как.
Ну да ладно. Давайте, наверное, маленькие дома сначала осмотрим. Начнем с них потихонечку. А вот с этого я начинать не хотел, если честно. Чуть не попался. Много на себя отвык немножко уже от подобного геймплея. Как делают до лазера? Это давно уже практикуется, то есть, ну, прижигание известно еще с доисторических времен. И сейчас активно используется в хирургии. Захватим. Да чем только не прижигали, на самом деле, не только порохом. Моей горячей жопой тоже можно что-нибудь прижечь, на самом деле. Лаки. Блин, теперь хочется песню послушать Франца Фердинанда. Шон, по-моему, да, пел там. Она еще довольно известная. Там, типа, был видеоклип на основе Star Wars Jedi Academy, по-моему, где Оби-Ван и Энакин танцевали вроде как. Нахрен я это помню вообще, не знаю даже. Здорово, ёбус. Как дела? У нас тут немножко персональный ад, так что за нас можешь не переживать. Танк все-таки нашел, молодец. Респект. Рили, респект. Упаковка алкогина, анальгизирующее ненаркотическое средство, обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Является производным пирозолона. Берем. Это мы тоже потом заберем. Госпожа офицер. Позвольте вас подрезать. Даже иглу найти не можешь. Не переживай, найдешь. И обязательно сядешь на нее. Так, что, копья начать делать или... 2x4, давайте 2x4. Это, по-моему, нас позволит газосварку поднять. Нет, так не работает. Ну ладно. Потом с этим разберемся чутка. А то гладиус надо подсейвить малость. Он уже и так довольно сильно раздолбан. Немножечко еды. Забираем. Забираем. Здорово, Накамура. Что, пропустил? Пропустил то, что я начал свой собственный ран со своей собственной сборки модов. И теперь вот сижу, тестирую ее. Потихонечку.
Уже есть база в складах Малдра и Куалда. А склады, которые наверху Малдра находятся или где? Потому что те, которые наверху, они прям реально балдежные. Я сам там, когда начинал играть, да, часто базы делал. Вместе со своим корешем. Да-да-да-да-да. Там просто, просто два склада есть. Один очень большой. Там типа здание 3-4, да? Вот, есть поменьше, которые еще. Которые непосредственно в самом городе находятся. О, сумка. Блеск. А, блеск. С корешем Арли, да-да-да. А, три окна, значит, это не то, о чем я говорю. Значит, мы про разные склады. Скорее всего, про тех, которые в городе находятся. Там находишься. Так. 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 Дойдет. Написать. Ок. Смотреть дома по соседству. Их там больше на самом деле, чем два. Их там больше. То есть там раз, два, три, четыре. Там четыре склада. По сути, рядом находится. На отшибе. Так, из этого дома я вывалился. Я помню. Так, консервы. Грибной супчик. Еще консервы. Сардины брать не буду, сардины я не ем. Так. Сир. Сироп. Мороженку можно съесть. Найти танк. У меня ёбус, между прочим, такой танк стоит на этой сборке. Закачайтесь, если я его найду. Реально охренительный, по идее. Блин, вот про журнал, кстати, да. Бронетранспорт. Ор. Найти журнал горячие штучки. Катану. Да катана это... Катана это рофл. У меня гладиус есть. Как у древних римлян. Вылупился скорее, ну-ка. Лунтик настоящий родился. Так, моему персонажу трусы нужны. Извой. Ага, понял. Найти прицеп трейлер. Прицеп трейлер тоже пока не особо горит. Горячие цыпы все-таки, да? Блин, ну ладно, давайте редактируем. Димасинов у нас специалист в этом вопросе, поэтому цыпы. Можно, конечно, написать просто, да, типа найти порево и не париться, но... Ладно. Посчитай, как моча помогает от ожогов. Вот что не знал, того не знал, кстати. А, да, стоп. Есть же такая тема, то что пописать на... Ожог от медузы. Да-да-да-да-да-да-да. Было дело, было дело.
Ну, не то, что на меня кто-то ссал, да, в принципе, я слышал об этом. Так, написать. Принести мусорное ведро. Принести скамью для жима. Лежа. Так, ну мусорку мы потом захватим. В этом доме я уже, конечно, был, но давайте еще раз пройдемся. А, молоток нужен, я понял. И тряпки. Интересно. Давайте тряпки тогда наберем. Выбери жизнь, выбери работу. Выбери бургер. Да-да-да. Блин, я халат свой порвал, который принес сам для себя, сука. Ну ладно. Скамью для подсудимых. Обязательно. Ладно, ладно, все, 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 завязывай. That's enough, как говорится. Спички, пожалуй, возьму. Надо будет эти кустики взять потом с собой. Бумбокс, Казахстан. Бой, оу, бой. Вы только посмотрите на этого малыша. О, привет. Здорово, Вов. Привет. Как дела? Ладно, зомби в лесу, судя по всему. Как ожог в игре очищать? Пописи на него и все пройдет. А на самом деле этими самыми тряпками обычными и все. Кенч. Стерильная это, ну, типа, всегда хорошо на самом деле, а так, неважно. Но именно очистить, да, это вот. Лучше все-таки чем-то более приличным. То бишь стерильные тряпки, либо стерилизованные бинты. Мой бумбокс не отдам. Я сам его нашел. Что-то такой рофу. Пункт найти смысл жизни. Вообще можно. Но это самый последний пункт должен быть, по идее. Маленький зоопарк зомби у себя на дворе. Блин, если бы они не шумели, я бы это обязательно сделал. Но они такие шумные, пипец. Они же меня бесить будут все это время. Безопасный город в зомбоде, но если убрать, типа, респаун зомби, то это можно сделать. Корми их иногда, но тогда заходите ко мне на сервак. Там зомби военный, чё. Подгон, подгоныч.
Блин, звук такой, да? Прям балдежный. Бум. 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 Прям go to horny prison. Точнее, боник. Пипец какой-то прям. Да хера зомби, конечно, что-то прям. И не лагает. Класс. Самурай бомбер джекет. В каком режиме играешь? Песочница. Я всегда в песочнице играю. Ну, типа, я просто под себя настраиваю, да? Но настройки у меня всегда относительно хардкорные такие. Хотя сейчас, должен признаться, ну, у меня всего поставлено на норму. Потому что куча модов стоит, и я таким образом проверяю, как бы, работоспособность всего этого, ну. Добро. Самый ванильный, я понимаю, но это действительно неплохой режим. Слышь, не трогай почтовый ящик. Не для тебя он тут стоит. Иди отсюда. Иди. Иди давай. Иди, 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 иди. Кыш, кыш, кыш. Так вот. Перчатки NBC, противогаз. Военные кварцевые часы. Бронежилет. Ботиночки. Military gas mask back. А как повесить на себя, интересно? Ладно, потом разберемся. Так. Айда наверх. Надо очень много чего прибрать. Да, сумка для противогаза, но я не знаю, как ее найти. Она типа числится как контейнер, да, но пока не понял. Добавить вызванное в руки, выкинуть, поставить, переименовать. Как быть? Так, давайте сюда. 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 Пускай стирается. Ну, Накамура, если ты не знал, то я действительно цыган. У меня прабабушка цыганка была. Отлично. А бабушка, прикол. Приколдес. Завиды молча, Димасин. Так, ананас, а мы его.
Так, сколько там стрим идет? 1,5 часа, да? Нормально. Так, куча всякого разного. Блин, надо эти самые, короче, принести сюда. Штукенции. Но для этого надо сначала вот там все разобрать, получается. Ну, давайте потихонечку заниматься этим. Да, завтра на работу, поэтому я и слежу за всем этим добром. Сумка не стирается, кстати. Мяу-мяу, ну а что вы хотели? Это котик. Так, дайте мусорный пакет в зубы. И погнали мусор выносить. Выкинем. Это выкинем, это выкинем, это с собой. Выкинуть, выкинуть, выкинуть. С собой. Выкинуть. Ну так моего котика грех не услышать, скажем так. Он очень громкий у меня, да. Это порода такая, она очень говорливая просто. Пока выкинуть, ну так тебя здесь нет, чтобы с тобой разделить как бы прелести алкогольной жизни. Поэтому и выкидываем. Так, тоже все выбросить. Ну пока солянка, да. Пока соло. Потом буду это все как-то перекидывать на локальный сервак и уже, ну, чтобы другие могли со мной тоже поиграть. Так, это выбросить одну с собой. Остальное выбросить. Кастрюлька. Выкинуть. Это с собой. Да, мой комп от этого действительно может бомбануть, поэтому я пока, типа, в раздумьях. Может быть, попробую еще почекать там хостинги какие-нибудь, да? Вот. Так что, как-то так. Так, окей. Не, пока не надо скидываться на хвост, пока не надо, чуваки, реально. Мне сегодня, к тому же, потолок закинул, вот. Но пока действительно не стоит. Погодите, дайте мне хотя бы этот вопрос, ну, прощупать, да, плюс разобраться со сборкой. Не переживайте, все будет. Хочется, ну, чтобы все качественно было, добротно. Так, сардины я выкину. Мой персонаж из принципа рыбу не будет жрать. На втором этаже это я чисто, ну, по привычке. Но вообще, да, зомби реагируют на свет севера. Они на него тоже реагируют. Так. Разбираться дальше. Так, мне получается надо прочесть еще одну книжку по строительству. Чтобы новый уровень открыть. Тогда можно будет начать разбирать здесь все, да? Какой город? Рейвенкрик. Пахнешь мятой? Я пахну больше апельсином, потому что у меня шампунь, или как эта штука называется, апельсином. Апельсиновая энергия или что-то такое. Так, это перекладываем сюда, соответственно. Это скидываем сюда, витаминки. Оставим при себе. Так, гриндер. Это нитки. Давай сюда, тряпки при себе, батарейки при себе. Болты, соответственно, поставь здесь пока.
Это с песней. Не знаю такой песни так. Тогда я ее, к сожалению, не знаю. Так, читаем поваренка. Да надо, типа, просто в стирку ее кинуть, эту одежду. Надо домашнюю еще завести, кстати, точно. Чтобы стираться спокойно. Включи перемотку. Да я что-то это самое решил не трогать ее. Раз уж в мультиплеере ее нет, то будем по хардкорочу, да? Вот так вот ходить. Так, ну у меня тут что-то есть, в принципе, в плане одежды, но мне все это не нравится. Поэтому мы это все забираем и выкидываем. А, да, у меня зомби бегает, но у меня типа поставлено так, что рандомное количество. То есть у меня мод стоит на разных зомбей. То есть есть бегуны, есть ползающие, есть медленные, есть обычные. Как-то так. Вот витаминка, ты собираешь, соответственно, платье домашнее, да? Я собираю гавайские рубашки. В больших количествах. Давайте хотя бы это начнем стирать потихонечку. Так, мне надо тела, короче, поубирать, а то они меня с ума сведут своей вонью. Погнали. Кстати, вот здесь вот. Устроим складирование. Ой, ёб твою мать. Отошел, называется. Да, гавайки в рубашке есть, ты чё? Их причем больше сделали. Раньше было только парочка, теперь их прям реально подзавалили немножко, и это так меня радует. Я типа в реальной жизни гавайские рубашки очень сильно люблю. В игре так тем более. Ля, какой плащ. Блеск. Такой вот стрельчишь, блин. Дворотня. А он не покажется. Так, ну давайте вот эту бандану снимем с лица. Почти как домашний халат. Да, я вот в подобном сижу, только у меня темно-синий халатец. Уже филе появилось. Слушай, если кто-то на моем канале полюбил гавайские рубашки, то значит я прожил свою жизнь не зря. Типа, если вы заметили, то у меня даже иконки сабок, да, это гавайские рубашки. Идору можно будет найти. У меня тут несколько магазинов одежды есть рядышком. Можно там будет порыскать. Найти Федору. Ща. Да сейчас, сейчас, походить.
Где мой детективский блокнот? О, господи. Вот уж кто близок к бану, так это ты. Что за детский сад? Камон. Так, ладно, пошлите, пожрем. Айс, кто здесь? Ага. Так, выкидываем. Надо тогда еще револьвер будет найти к этому прикольчику. Ну, к этому костюму, да? То есть брюки костюмные найти тоже еще. Ох, ебать, как они разлагаются. Пипец. А, ну, отстирало и автоматически выключилось. Я понял. Отвезти на кучу и там убить? Я привык таскать все сам. Так, плюс надо, получается, завести манекен для домашней одежды, да, и для брони моей, получается. Ну, благо, они тут есть, так что с этим проблем не возникнет. Так, пей четвертиночку. Слышите, вы там что за угрозы витаминки делаете? Я сейчас вам бан выпишу, витаминку не трогайте. Понятно? Она под моей крышей. На этом канале. Так, ёперный театр, сколько трупов-то, а? Пец. Когда успел, главное, не понимаю. Выходит, придется несколько этих самых сделать. Куч крупных. Ну окей. Так, куча очков еще валяется. Да, давайте подберем. Так, получается, чтобы одежду достать, это мне надо сюда зайти. Давайте поищем здесь что-нибудь тогда. Сейчас только я хотя бы это тело выкину. Заодно зайдем сейчас за третьим, ой, за вторым томиком по строительству. Так, домашняя одежда, поехали. Во-первых, нужны штаны. Пыльник. О. Ну-ка, дайте посмотреть. Вы только посмотрите на этого гигачада. Прям. Такого встретишь, блядь, костей не соберешь. Пипец. Слушай, реально, иди своей дорогой, Сталкер. Слушай, точняк, надо балаклаву найти, короче, толстовку. Ля. Брат. Это оно. Я только что толстовки видел. Да где? Так,
Давайте это тоже возьмем. Вот она. Ну и все, осталось только бандану найти, получается. И будет реально бандит. Ну и типа джинсы еще, естественно, напялить. Рофл. Реально хохма. Так, ладно, снимаем это с себя пока что. Давайте часть труб уберем. Ненавижу преступность. Ну, типа, днем он борется с преступностью, но ночью он становится преступником. Детектив. Двуликий. Днем он обычный детектив. Ночью совершает преступление. Этот город прогнил до самого дна. Но самое страшное, что я это дно пробил сам. Или что-то такое. Так. Ночной преступник. Блин. В «Ангелах Чарли», короче, там был момент, когда они смотрели по телевизору какую-то передачу, и там, типа, была реклама под названием «Ночной драчун». Типа, они там боевик такой рекламировали. Я тогда очень сильно удивился этому названию. Где ставки, на что ставить-то? Ставки преимущественно Кэпчик делает. На жизнь. Выживу, не выживу. Но сегодня точно ничего такого со мной произойти не должно, по идее. Так, мне строительство второй том нужен. Давайте поищем. Блеск. На нахождение чего-то. Да надо что-то более конкретное такое. А, там два голых зомби, да, это типа зомби-история. Это есть такая тема. Давно причем такое добавили уже. Но это прикольная тема, мне нравится. Поспи, да, сейчас. У меня персонаж, ну, мало хочет спать. Ему еще рано ложиться. Учек будет много, не переживай. Пускай они валяются, декомпозятся. Но они же не знали, что они умрут. Завидуй молча. Хоть кто-то потрахался. Ну, я вот каждый день, допустим, ебусь. С жизнью. Хочу я этого или нет. Лишь бы не она тебя, ну это я пытаюсь. Я пытаюсь. Хотя иногда хочется расслабиться, да и просто получать удовольствие. Раз уж это неизбежно. Так, ладно, погнали домой. Так, здесь все постиралось, но я пока не знаю, как с этим быть, поэтому пускай пока валяется. Давайте умоемся.
Так. Выходит, надо кучу всего построить, кучу всего сделать. Понятно как. Я молоток так и не забрал, кстати. В чем плюсы? База тут ни в чем, абсолютно. Я просто первое удобное место взял. Чисто знаешь из-за чего? Из-за этой вывески Diner. Потому что она светиться будет, когда я буду включать этот самый. Генератор. Фарш приготовим. Так, и пока готовишь, давай умывайся. Манекены, манекены успеем. Манекены еще успеем притащить. Ну, просто, типа, у меня список дел растет, да. На все нужно время. Будем постепенно всем этим заниматься. Мне надо стеллажи притащить, манекены. Много чего. Перестановку сделать. Окна забаррикадировать. Разобрать всякое разное в комнате. Книжку прочесть. Ну вот сейчас у меня нормальное количество еды стоит. Кстати, это реально много. Реально до хрена. Кэпчик, тебе что, 5 лет? Здорово. Как дела? Ты чё так поздно? Я тебя даже не ждал. Так, айда спать. Как настоящий батя под телевизором. Надо все на очень мало ставить, иначе море утро. Ну, это если что, типа я чисто для себя такое количество поставлю. Вот. Чтобы понимать, что к чему. Так, молоток. Берем. Отвертку берем. Пилу берем. Походный топорик берем. Нож надо починить. Класс. Починил. Эх, ладно, хер с тобой. Поставь его здесь, пускай валяется. Соу. Давайте мы это все сюда откинем, да? Это тут висит. Привет, привет, Кэпчик. Так, алкогин, соответственно, мы скидываем сюда. Давайте приляжем и почитаем. Поехали. Вертыш летает. О, даже оттуда я прокачался. Ништяк. Готов к монтировкам? Слушай, я монтировки хочу уже сейчас прям на самом деле. Мне что-то не терпится. Надо будет потом вне стрима побегать, пострелять что-ли, потренироваться. Вспомнить, как это делается. Соу. Зря книжку читал, кстати. Выходит. Уже уровень почти взяли весь. Ну и ладно. Так, даже лучше. Давайте приготовим что-нибудь пожракать. Ну да, через неделю, но тем не менее. Тем не менее.
Давайте готовить перчик. Брокколи. Курочка. Бекон. Прям такое мясное у меня получится, да? Блюдо. Так, нет, и с этим, а вот с этим. Давайте вот так вот сделаем. Зомби слышу, кстати. Это не подняло. Ну ладно. А, это как топор числится? Прикольно. Реально круто. Этим можно деревья рубить, выходит. На топор вообще не похоже, конечно, но тем не менее. Где мультач найти для Half-Life? Что, в смысле, где мультач найти? Просто запускаешь обычный Half-Life и все. По сути. Похоже на топор. Это и есть топор, по сути. Оказывается. Круто. So. Let's go. Давайте разбирать все, что здесь есть. Хотя мы почти сейчас возьмем еще один уровень строительства, и логичнее потом опять прочесть книжку. Всего два человека, на монтировках будут. Нормально, нормально. Ну, я надеюсь, что они в будущем переработают систему потребления пищи, да, в игре. Вот. Типа, и что персонаж может там, допустим, объесть, и из-за этого будет медленнее бегать. Может привести к крайне печальным последствиям, например. Ну да, я же не проголосовал. Нет. Так, давайте мы, короче, поставим вот там вот стенку. Каркас стены, да? Я буду через другую дверь заходить, если что. Очень трагичная смерть, друг мой. Очень трагичная. Соболезную, натурально. Так, в принципе. Здесь можно дверной проем поставить. Но это потом. Погнали вниз. Там надо окна баррикадировать. Лучше всего, конечно, листом металла, но у меня пока газовой горелки нет. Ладно, пока оно там идет. Давайте мы доски здесь бросим. А
Давайте дальше трупешники таскать. Бля, кто их куча быстрее будет, кек. Фак. Блин, сколько всего надо сделать, это просто жесть. Я уже теряться начинаю потихонечку. Сделать наконечник болтана. Давайте сделаем ради интереса. Вал болта. А как делается вал болта? Интересно, надо будет понять. Это ты ничего сделать не можешь, понятно. Я просто знаю то, что в антик арморе добавили арбалета, с которых стрелять можно. Но этот арбалет еще надо найти. Так что да. Это будет интересно. Хорошему надо нормально еще рюкзак найти, а не эту сумку. А эту сумку просто использовать как сумку для лутания. Фактически. Чтобы вещи в нее складывать. Так, ну давайте вот эти трупы уберем и, наверное, внутрь зайдем, да? Посмотрим, что там есть на первом этаже. Или все-таки пойти книжку прочесть. Ну, погнали за книжкой, да, лучше. Лучше мы ее быстренько прочитаем. Нужное нам количество раз. Гипотетически я аж смогу еще на крышу строиться. По идее, между зданиями тоже прокладывать. Будет довольно приколдесно, я думаю. Так, третий том. Вот он здесь, да, иди сюда. Ужасный дом, мне здесь не нравится. Фу, гадость. А, небоскреб нет, нельзя, потому что в зомбоиде ограниченное количество типа этажей. В гольф на крыше играть. Ненавижу гольфистов, кстати. Терпеть не могу. Ну, в реальной жизни, по крайней мере. А в зомбоиде, я думаю, можно будет, да? Сколько вверх? Блин, не помню, слушай, честно, не помню. 8, по-моему, этажей максимум, или 9. Либо 14, что-то такое, короче. Да не ной. И кисни в зомбоиде от кисти. Антидепрессанты мне, пожалуй, не нужны. И ключ у меня получается не от этой тачки. Вот сад на крыше — это хорошая идея, кстати. Сад на крыше действительно интересно звучит. Эти занавески перевесим с этой ванны в нашу. Надо еще отбеливатель найти, стены здесь почистить.
Найс. Мне еще на крышу надо будет бочки ставить. 100%. Чтобы я мог водопровод все вниз провести. Поехали читать. Найс. Зверовство. Приподняли. Блин, прям так балдежненько живем. Я даже удивлен. Как мне приятно здесь находиться. А, животные есть, их можно ловить. Можно поймать птичек, можно поймать зайчиков, можно поймать лягушку. Еще каких-то зверьков. Типа на овощи можно ловить, да? В ловушках. Я с полностью. Я не знаю, можно ли поймать животное на одноклассника, но ты можешь попробовать. Так, сковородка. Давайте кастрюлю на завтра пожарим. Фу, кастрюлю, блин. Котлету. Берем газировочку. Зато у меня чат, я вижу, полные фрукты сидят, блин, настоящие. Тоже мне. Высший сорт. Надо будет стол сюда принести, обеденный какой-нибудь поставить, красивенький. Эту перегородку не знаю, даже вот диван надо переставить, наверное, вот так вот. Повернуть. Так, а кто у нас слива спелая или воловая тогда, если ты абрикос? Скажите на милость, пожалуйста. Айда спать. У здания, ну, вообще можно, да, гипотетически. Но это надо будет подстраивать лестницу наверх, чтобы ты мог крышу снести. О, борода выросла, как у Линкольна. Так, давайте манекен для... улица. Поставим. Надо будет все вот это еще забаррикадировать. Будет сюда с кувалдой притяты, они меня там бесит уже. Вот же ж им не имется-то, а? Господи Иисусе. По-моему, нет. Хотя я не пробовал, честно, не пробовал. Так, ну давайте вот этот возьмем с собой на Никеныч.
Это получается у нас будет манекен под броню. По сути. Я ведь туда зайду. Зайду и накажу их за такое поведение. Так, получается, здесь надо закрыть и здесь надо закрыть. Угу. Хотя желательно, конечно, несколько ходов, наверное, оставить, но ладно. Эй, Хьюстон, здорово. Как дела? Так. Манекеныч. Желательно его держать на выходе, да? То бишь вот здесь где-то. За мной гость пришел. Ладно, постой здесь пока. Я на сингле сам с собой. Я типа сборку модов свою тестирую. Чтобы потом попробовать ее на локалку перетащить и посмотреть, что получится. Но от чего-то 100% придется отказаться, потому что не все совместимы с мультиком будут 100%. Ну, хотя бы чисто побалдеть, как бы, да, можно. Соло. Так, давайте стирать вот это. Стирать вот это. Носочки простернем. Футболка чистая. Так, капюшон. Бронежилет. Лем, ботинки. Футболка, куртка. Это... А здесь оставь перчатки NBC. Сам в стиралку полезай. Успеется еще. Так. И. Буфет. Прощай. Надо место под манекен освободить. Угу. Что за перчатки NBC? Дайте хоть посмотрю на них. О, прикольненькие. Как с этим быть? Взять основную руку. Снять. Может быть, из-за того, что у меня на спине сумка спортивная, я не могу противогазную напялить. Переименовать. Нет. Выкинуть. Нет. Дополнительную руку. Тоже нет. Снять. Тупо не работает. Жалко, конечно. Ну ладно. Так, ты. Иди сюда. Так, держи вот это. Держи вот это. 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 Вот это и вот это. Вагазную сумку тогда пока что придется выкинуть, к сожалению. Зовите Дулина.
тут люди даже не знают, кто это такой, наверное. Так, получается, этому парню штаны нужны, да? Давайте поищем. Пу-пу-пу-пум. Сойдет. Я лучше пускай в кольчуге ходит, наверное. Как мне кажется. Броник здесь давай оставим. Так, кольчужная рубаха. Ага, все, понял, окей. Ну и видок. Не, надо какие-то другие штаны напялить, короче, а эти как домашние сделать. Лена, голова еще помню. Зачем помнить? Так, книжку мы так и не дочитали, by the way, кстати. Господи, звуки какие страшные она там издает, мам дорогая. Так, кушай котлету. Будешь делать, если орда прибежит, убегу. Че мне еще остается? По тапкам, да. Вещи, да плевать на вещи. Я не сильно привязан пока. Ленина живым помните, мамонтов видели. Ну понятно, короче, чат дедов сплошной. Давайте подускоримся. Ж ёпта ж. Там сирена начала работать. Я вот момент читал. Так, ну погнали за. Итак, мужики любят ходить в бар, любят пиво. Так. Чувак, не хочешь ли ты случая построить собственный бар в своем доме? Хочу. Найс. Давайте посмотрим. Вот так вот. Кайф, кайф. Не, не пугает. Ну, типа бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Нормальная тема, в принципе. Мне жалко, что под самый конец пришел, ну ладно. So. Погнали на улицу. Благо недалеко. О май. Давай сюда свои дурацкие штаны.
Не перепутай, я попробую. Я честно попробую, но не обещаю. Так. Поезди, да? Давайте заберем. Заодно стеллаж один с собой захватим. Поезди и стеллаж. Под инструментарная, да? Вот этот возьмем. Он мне больше всех нравится. Так, ну я думаю, того количества гвоздей, которые я захватил, мне пока достаточно. В принципе, я все пока брать не буду. А, иди сюда. Блин, зомби слышу. Ни одного. Так, одну секунду. Важное сообщение. Прощение. Склад забей разными тачками. Слушай, идеальная мысль, а? Реально неплохой гараж получится. Бля, да ты гений. Офигеть, точно. Так и поступим, пожалуй. Только у меня тачек нет, правда. Ну давай. Это еще успеется. Кента еще успеется, надеюсь. Так. Ле стеллажа. Давайте здесь поставим один, да? Поставить. Кинотеатр. Nice. Так, ну здесь, соответственно, можно хранить всякое инструментарное, подобие гвоздей, этого барахла, всего, да. Но это уже не сегодня. Я бы с удовольствием еще постримил, но завтра, к сожалению, понедельник, как бы надо потихонечку отправляться в кроватку. Потому что, сами понимаете, понедельник день тяжелый. Так, кто у нас там стримит? Я вижу, там куча народу сидит. Давайте я вас кому-нибудь отправлю. Так, нет. О, давайте к Сиджею пойдем, у него день рождения. Кстати, мы его все дружненько поздравим. Завтра, соответственно, трансляция будет по зомбоиду, слава богу. Он мне наконец-то начал нравиться опять. Вот, а там уже разберемся, что к чему. Все, Сиджей, с днем рождения. Вам всем большое спасибо. До завтра. Хорошего понедельника.